Службою безпеки України встановлено окремі обставини скоєного 17 липня терористичного акту, у результаті якого загинуло близько 300 осіб. Отримані дані дозволяють стверджувати, що літак Boeing 777 збито терористами Донецької Народної Республіки із застосуванням зенітно-ракетного комплексу «Бук-М», який був переправлений з території Росії. 14 липня було вперше отримано інформацію про те, що терористичні угрупування мають у своєму розпорядженні зенітно-ракетний комплекс «Бук», здатний вражати повітряні цілі на значній висоті. Однак інформація щодо його перебування на території України свого підтвердження тоді не знайшла. До вашої уваги запис переговорів двох впливових ватажків терористів. Ну, рад работал самолет по станице, промахнулся. Отлично. Это они мстят за самолеты сегодня, но там еще пару дней осталось. У нас уже есть бук, нахуй, будем сбивать. Да, я знаю об этом. Вранці 17 липня 2014 року, безпосередньо у день трагедії, контррозвідкою отримано достовірну інформацію про те, що бойовикам ДНР передано у розпорядження принаймні одну одиницю комплексу «Бук-М» з екіпажем, яка була переправлена з Росії через державний кордон у районі міста Суходольська близько 1 години ночі. О 9 годині вказаний комплекс доправлено до міста Донецька, у подальшому транспортовано до населеного пункту Первомайське. Да, слушай, блядь. Алло, Николаевич, да. А куда нам эту красавицу грузить, Николаевич? Которую? Эту? Да, что я привез, я уже в Донецке. Эту, да, я о чем я думаю, да? М, которая? Да. БМ. Да, я понял. Так. Она на этом, на тягаче? А да, она на этом, ее просто надо будет это выгрузить, чтобы спрятать. Она с экипажем? Да, с экипажем. Не надо нее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты понял? Ты где вообще сейчас? Ты одну или две привез, скажи мне? Нет, одну, потому что там у них пошла непонятка, они на штраф не перекинули сюда. Я понял. Грузили, своим ходом пригнали. Смотри, ты ее не этот... Она своим ходом пришла или на трале? Перешла через полоску. А сейчас ты привез ее на трале, да? Да. Значит, смотри, ты ее никуда не этот самый. Сейчас я скажу, куда ей выдвигаться, она вместе с танками Востока пойдет. Ясно, да? Саныч, а куда мне дело в том, что с твоими пойдет еще моя этот Бук-М пойдет, пришел на школу. Он на трале. Куда ее подогнать, чтобы поставить в колонну, а? К этому самому, за мотелем, туда, не доезжая Горностаевской, вот туда. Сразу за мотелем, да? Слушай меня внимательно только. Значит, сейчас за мотелевским кольцом, вот библиотекарем созвонишься, будет стоять, вот ты понял, что, да? Да. Алло. Да. Берешь туда только из тех, что вернулись, только сколько тебе надо на сопровождение, раз. Понял, да? Остальных оставляешь здесь. Вот, раз. Свою туда вы приходишь, там есть рядом Первомайская, посмотри по карте. Я понял. Где-то в том районе располагаешься, вот, вытягиваешь туда своих же, вытягиваешь, что у тебя остался. И твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас поведешь. Понял? Я понял. Гюрза туда же подтянется. Давай, если что, я на связи. Понял? Хорошо. Да. Слід зазначити, що 17 липня, окрім ЗРК «Бук-М», на озброєння терористичної організації ДНР надійшло з Росії три одиниці САО «Гвоздика». Також терористи не приховують своєї обізнаності щодо фактів нанесення ракетно-артилерійських ударів з території Росії по позиціям українських збройних сил. Да, Боцман, слушаю тебя. Здравствуй, старший брат, как дела? Приветствую. Ну, не очень, мы же на Мариновке сейчас. Вот, поэтому не очень, как тебе сказать. Держимся. Чего такое? Ну, как ты думаешь, долбят градами постоянно, такой сейчас передышечка. Вот, самолет мы бахнули тоже сейчас сушку, блядь. Вот, у нас же Бук-М получили мы, так? Вот. Ну, они из Зеленополя пытаются вырваться, а одним проход только через меня, понимаешь? Так что, блядь, сейчас уже вчера две сушки сбили, сегодня вторую, блядь. Ох, слава богу, сегодня хоть с утра Бук-М пришел.
Вот полегче стало, блядь. Ну так, конечно, тяжеловато. Если могу сказать, если что-то нужно, вот. Мне звонить сразу подъедем. Да, нет, спасибо, спасибо, брат. Ну, часа через два я сюда собираюсь, вроде затишье сейчас наступило. Часа через два я в Донецк, потому что мне надо туда еще три гвоздики пришло, буду гвоздики тянуть туда, блядь, потому что совсем что-то нам тяжеловато тут сейчас, блядь. Слушай, ну может градом их накрыть, а? Да, дело в том, что у нас град есть, нет корректировщика, блядь, раз. И второе, блядь, да, вот сейчас ждем, блядь, вроде Россия должна с той стороны ебануть по их позициям.